Тяжелые больные, ненормированный рабочий день, почти вся жизнь в стенах больницы. Дмитрий Герасимов все это признавал, но никогда не жаловался. Ведь решение стать врачом принял осознанно, учась в 10 классе после перенесенной операции на колено. Понял, что хочет связать свою жизнь с профессией врача. У него получилось. В течение 24 лет он спасал детей, помогал и взрослым. Свободного времени у этого врача не было. Я люблю очень, допустим, книгу художественную почитать. Но редко бывает, когда это удается. В отпуске это обычно такой самый сильный релакс, это короче, просто лежать и читать книгу. Вот. Ну, а на данный момент книги в основном специфические, то есть это журналы, книги, короче, то есть медицинского характера. Потому что очень много сейчас новостей, которые надо знать. На счету заведующего отделением травматологии и ортопедии Кустанайской детской областной больницы сотни операций, десятки спасенных детских жизней. О нем всегда говорили – это врач от Бога, врач, имя которого известно далеко за пределами нашей области. У него был настоящий талант общения с детьми. Маленькие пациенты его любили. Люди не раз искренне выражали ему свою благодарность за помощь. А сам Дмитрий Владимирович Герасимов при всех регалиях и достижениях всегда напоминал, что все его награды – это труд целой команды, которая работает как часы. Спасибо вам за мое здоровье, за то, что я хожу, если бы все врачи были такими, как вы. Дмитрий Владимирович, вы дарите надежду и здоровье безнадежно больным детям, находящимся в стенах этой больницы. Спасибо за заботу и внимание к больным детям, которым вы уделяете столько времени, не считаясь с выходными и праздниками. Ваше мастерство и знание служат благородному делу – спасению жизни детей. Что может быть дороже? Спасибо вам за чуткость и заботу, которую вы проявляете ежедневно. Спасибо за ваше терпение, за ваш талант и знания, за ваше неудержимое желание учиться, обучать, дарить ваши знания коллегам. Выражаю огромную благодарность врачу с большой буквы Герасимову Дмитрию Владимировичу. Спасибо вам огромное за вашу отзывчивость. Спасибо, что приехали не в рабочее для нас время и сделали операцию на ручке нашей девочки. Сегодня, как нам сообщили в Управлении здравоохранения Кустанайской области, Дмитрия Владимировича не стало. Причина – заболевание и развитие полиорганной недостаточности. Ему было всего 46 лет. Кустанайская область скорбит. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким Дмитрия Владимировича.